У тим союзі, про який говорили, що він вельми великий, демократичний, що там будується і маль уже побудована правова держава. Комуністи на сесіях. Но в то же время, даже любой митинг, он должен быть разрешен. Это не митинг. А если уж выступает, если выступают уже не депутаты, я понимаю, встреча. О, вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Не будет николи, что путча у коммунистичной державе быть не может, потому что этого не может быть.